трудный матч получился. Да, победа заслужена, безусловно, во втором тайме. Реализовали преимущество, и численное преимущество, и в исполнительском мастерстве взаимодействия команды реализовали в забитые голы. Голы получились со статической точки зрения красивые, и не только завершающие удары, но и подготовка этих комбинаций. Да, и Андрей Рылыч великолепную передачу на Влада Морозова из правой бровки выполнил, да, и завершение в одно касание через вратаря. Ну и Душан Бакич, естественно, подтвердил свой класс. Исполнительское мастерство не подвело его, и это очень нужный мяч был для достижения сегодняшней победы. Энергетик понравился, команда при всех своих трудностях, те, которые мы знаем, безусловно, не будет мальчиками для битья, будут продолжать бороться за свое имя. И сегодня команда в первом тайме действительно... Иногда важно и оппонента похвалить. Хочу сказать, что команда предстала боеспособным коллективом и доставила нам определенные трудности. Имели и голевые моменты, и слава богу, что мы справились с этими ситуациями, где могли пропустить, да, и счет остался ничейным после первого тайма. Безусловно, ключевой момент – это удаление в составе соперника. Не мне судить этот эпизод, но, на мой взгляд, была довольно опасная игра со стороны футболиста «Энергетика» в область головы Артема Быкова. Сейчас он немножко и испытывает определенное недомогание. Нужно еще будет сделать обследование на сотрясение мозга. Вот. Но, слава богу, будем надеяться, что, может, все обойдется. Пока, конечно, тревожно в этом отношении. Не хотелось бы, мы уже потеряли Влада Калинина из-за травмы в Гомеле, да, и сейчас не хотелось бы потерять Артема Быкова. Поэтому, еще раз повторюсь, это с точки зрения здоровья нашим футболистам, конечно же, пожелаю здоровья Артему. Что касается, еще раз говорю, этого ключевого эпизода, то, безусловно, он решающую роль в матче сыграл. И во втором тайме мы, имея численное преимущество, сработали грамотно, в перерыве сделали кое-какие поправки, внесли коррективы определенные и расставились. И, еще раз говорю, в своих командных взаимодействиях не подвело и исполнительское мастерство, и создали вот эти эпизоды, где предопределили, скажем так, двумя забитыми мячами исход сегодняшнего поединка. Поздравляю команду с победой. Идем дальше. Завтра у нас уже тренировка восстановительная, и готовимся к следующему туру. Коллеги, будут ли вопросы? Егор Борчилов, Владимир Владимирович, здравствуйте. С победой вас. Два вопроса. Первый, вот вы уже упомянули травму колена. Что за травма вообще? Какой диагноз, срок восстановления? Да, Егор, спасибо за поздравления. Влад Калинин получил травму коленного сустава, частичный разрыв мениска, поэтому сейчас мы ждем, когда воспаление у него сойдет после вот этого повреждения. Уже вроде бы колено как бы и здоровое, и то, которое он повредил, находится в одном состоянии, поэтому сейчас уже будет более углубленное обследование, и будем дальше принимать решение именно с точки зрения, что делать. Возможно, он продолжит тренироваться, если это повреждение не будет ему мешать механические движения выполнять с максимальной мощностью и в тренировочном процессе, и в играх, то, естественно, мы повременим с оперативным вмешательством. Но, опять-таки, надо смотреть, если только будут какие-то ощущения, что не может в полную силу тренироваться и играть, конечно, здесь будет сложнее намного, и будем думать, что делать дальше. И второй вопрос по тактике. Вот третий подряд матч, если вы ничего не будете проводить с новой расстановкой. То есть это не какие-то разовые, да, с учетом особенностей соперника, а какое-то стремление именно свой футбол поменять. Может быть, вот вы рассказали бы, что к этому побудило вас. У нас две базовые тактические расстановки. В начале сезона мы играли до игры в Гродно, не до игры, а включительная игра в Гродно с Неманом, где мы проиграли, к сожалению. Мы играли 4-4-2. Естественно, что там игра, которая сложилась, не понравилась и ребятам не понравилась, и мне как тренеру не понравилось. Поэтому важно было сделать какие-то изменения для того, чтобы что-то видоизменить в своей игре и использовать уже какие-то другие ходы именно в тактической расстановке. Поэтому с этой точки зрения мы перестроились на игру 3-5-2. При этом также два нападающих у нас действуют. И здесь, по большому счету, больших
направление, изменений в направлении ведения игры, особенно атакующих действий, конечно, у нас практически все то же самое, что и с расстановкой в 4-4-2. Единственное, что, конечно, есть немножко отличие при ведении игры, организованной игры в обороне. А так, в целом, еще раз повторюсь, это связано с тем, что нам хотелось после неудачной игры в Гродно что-то видоизменить для того, чтобы быть эффективными и качественными в дальнейших матчах, что и подтверждает последние матчи нашей победы.